По меньшей мере 40 горняков погибли в угольной шахте на севере Турции. Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сайлу. Ранее поступала информация о 28 погибших. Взрыв на государственной шахте в городе Барти на побережье Черного моря произошел в пятницу вечером. На глубине 300 метров вспыхнул пожар. Под землей в этот момент находились 110 человек. По информации властей, 58 шахтеров выбрались из шахты самостоятельно. Еще 11 пострадавших госпитализировали, некоторых перевезли в Стамбул. Статус одного горняка оставался невыясненным. По словам министра энергетики Турции, поисковые работы почти завершены. Пожар еще не удалось полностью ликвидировать. Ранее чиновник заявил, что более 10 рабочих оказались в ловушке в туннелях шахты. В Бартин были направлены спасательные бригады из соседних провинций. Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится на место трагедии.